Гаражная амнистия – это упрощенный порядок оформления в собственность капитальных строений, гаражных боксов и земельных участков под ними. Оформление происходит в два этапа. Первоначально заявитель, владелец гаража обращается к нам в администрацию с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, приложив схему, подготовленную кадастровым инженером, и справку из ГСК о том, что за ним закреплен гаражный бокс. Дальше администрация принимает решение о предварительном согласовании. Заявитель обращается в МФЦ за постановкой земельного участка на кадастровый учет. И вторым этапом он уже обращается в администрацию за предоставлением непосредственно земельного участка. Предоставление услуги в администрации реализовано по принципу одного окна. Орган местного самоуправления самостоятельно направит необходимые документы в Росреестр для регистрации права, а владелец получит выписку из ЕГРН о праве собственности на земельный участок. Также оформить документы можно в мобильном офисе БТИ. Мобильный офис, он, конечно, подталкивает, так как упрощает процедуру, экономит время гражданина, ну и деньги. Потому что мы предоставляем скидки, так как это массовый характер носит эти заявления. Выезд мобильного офиса не только упрощает процедуру, но и экономит время. Специалисты помогут оформить документы за один день. Однако не стоит откладывать регистрацию в долгий ящик. Закон действует до 1 сентября 2026 года. Елена Краева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».